Служба скорой медицинской помощи Полоцка отпраздновала 75 лет со дня основания. На торжественном мероприятии по случаю юбилея за многолетний добросовестный труд в области здравоохранения наградили лучших медицинских работников Полоччины. На торжестве по случаю юбилея вспомнили историю Полоцкой скорой медицинской службы. Решение о создании городской станции скорой помощи в составе одной круглосуточной бригады было принято в ноябре 1945 года. Для обслуживания вызовов в качестве транспорта служили собственные ноги, в лучшем случае лошадь. Вместо журналов регистрации вызовов – сшитые обрывки газет. Наша служба, она должна была оказывать помощь тем жителям, которые у нас, скажем, остались после Великой Отечественной войны. И за 75 лет, естественно, наша служба кардинально изменилась. Мы ушли от грузовых машин, от карет первоначально, которые были. На сегодняшний момент мы работаем на современной технике, которая соответствует европейским стандартам. И на сегодняшний момент мы можем оказать квалифицированную, специализированную помощь на догоспитальном этапе пациентам, которые нуждаются в экстренной помощи. В штате автопарка «Неотложки» сегодня работает 11 автомобилей. Действуют 10 бригад. Только за 9 месяцев текущего года бригады скорой помощи выехали на вызов более 24 тысяч раз. В среднем карета скорой помощи обслуживает порядка 4 тысяч вызовов в месяц. За сутки бывает от 100 до 180 вызовов. Нагрузка на скорую увеличивается, как правило, в выходные дни. Это самоотверженные люди, которые, наверное, на сегодняшний момент не боятся, как говорится, войти и в горящую избу и коня остановить. В связи со спецификой труда наши сотрудники, они в большей степени подвергаются риску и нападения со стороны жителей города и Полоцкого района, потому что мы выезжаем пациенту с алкогольного опьянения, мы выезжаем на криминальные травмы, на ножевые, огнестрельные ранения, на дорожно-транспортные происшествия. И вследствие этого наши сотрудники должны быть закалены. В период пандемии нагрузка на скорую помощь сильно возросла. Работать приходится в усиленном режиме, говорит заведующий станцией скорой Иван Кошкин. Нагрузка на бригады возросла. В среднем мы обслуживали около 100 вызовов за сутки, то начиная с апреля месяца количество вызовов у нас до 180 в сутки. За 75 лет службы Полоцкая скорая достигла высоких показателей. Медицинская помощь оказывается на современном оборудовании, на автомобилях, соответствующих европейским стандартам. Сотрудники службы – профессионалы высшего класса, что позволяет оказывать медицинскую помощь на высоком уровне. Любовь Савко, Александр Матюшенко, Саммит Плюс ТВ.